devam etmek demek. Мы стали свидетелями волшебных моментов, которые Сейрон и Ферит провели вместе, а также сцен, где семья Корхан выглядит по-настоящему объединенной и счастливой. Но кто же эта загадочная женщина, внезапно появившаяся в сюжете? В сценах с Абедином она привлекает внимание и порождает теории, что она может быть его матерью. Но это лишь начало. Мы также стали свидетелями знакового момента, когда Ферит подписывает контракт с этой женщиной, оставляя зрителей в смятении с множеством вопросов. Подписание соглашения с этой женщиной вызывает бурю эмоций у Халиса. Узнав об этом, он впадает в ярость. Причина его гнева ясна. Халис доверял Фериту, который был избран заботиться о благополучии семьи Корхан. Но видеть, как Ферит принимает такие судьбоносные решения без его ведома, подрывает доверие и вызывает раздражение. А еще именно Сейрон сообщила Халису эту новость, что может усугубить ситуацию. Это открытие ставит под угрозу отношения между Сейрон и Феритом, ведь напряжение нарастает, а недоверие начинает разрушать их связь. По нашим предположениям, Ферит не подписал контракт с намерением навредить, а старался спасти семью от финансового краха. Однако он не предвидел серьезные последствия этого шага, и похоже, что вместо решения проблем он лишь создал новые. Учитывая, что Ферит и так переживает тяжелые времена, ситуация может стать еще более запутанной. Как зрители, мы надеемся, что Ферит скоро преодолеет эти эмоциональные испытания и вернет себе ту радость и позитив, которые так недостает сериалу. Но есть один важный момент. Сейрон до сих пор не приняла фамилию Корхан. Этот нюанс не остался незамеченным фанатами, ведь ее отношения с Феритом находятся в неопределенности. Только когда этот вопрос будет решен, зрители смогут вздохнуть спокойно. Похоже, рано или поздно Сейрон должна сделать этот решающий шаг, и это станет поворотным моментом в их жизни. И, конечно, речь идет о ребенке, символе их будущего, который может стать самой потрясающей новостью всего сериала. Рождение ребенка всегда приносит надежду, радость и новые перспективы. Этот малыш может стать тем светом, который направит персонажей к лучшему будущему. По мере приближения 86-й серии все взгляды устремлены на развязку этих событий, и мы точно ожидаем захватывающий эпизод.